Сегодня мы очищаем озеро Чан, юность, по многочисленным просьбам жителей города Владивостока. Они уже 3 года об этом говорят нам. С помощью технологии эффективных микроорганизмов. Вот в этой бутылочке находятся микроорганизмы, которые, вот эти мельчайшие существа, которые проводят титаническую работу по очистке вообще любых загрязняющих объектов, в том числе и водных объектов. Они чистят как воду, так непосредственно дно. Дно очень хорошо чистят вот эти вот пушистые колобки. Эти колобки нам приготовили волонтеры медицинского института. Они изготовлены из глины, сюда добавляется органика, ферментированная в виде отрубей, и здесь находится вот такой М-препарат. Ну, мы не говорим, что 100% за один раз очистится, но улучшения, конечно, разумеется, будут. Нет!